Сегодня 27 марта, 87-й день года в Григорианском календаре. До конца года остается 279 дней. Сегодня отмечается Всемирный день театра. В этот день, в 1888 году, родился Алексей Матиевич, молдавский поэт и писатель. В 1855 году в США был запатентован керосин. В 1990 году в Лондоне открылся музей Шерлока Холмса. В этот день, в 1841 году, была опробована первая паровая пожарная машина. Сегодня именины отмечают Михаил и Ростислав.